Минщина – центральный регион страны и самая большая по территории область Республики Беларусь. Ее площадь – порядка 40 тысяч квадратных километров. Население – без малого 1,5 миллиона человек. Главное – сделать комфортной жизнь каждого. Именно с позиции социально-экономического развития региона оценивает президент работу управленцев. В июле 2017 года на должность председателя Минского областного исполнительного комитета назначен Анатолий Исаченко. Область немалая, это половина страны. Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая там помощником. Но каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области. Ключевая задача – наращивание прогнозных показателей социально-экономического направления, максимально учесть риски и определить новые точки роста. Ведь результаты работы экономики белорусы оценивают, глядя на уровень зарплат и цен в магазинах. Прогнозы, показатели мы выполняем и будем выполнять. Ведь за прогнозами, показателями в конечном итоге кроется это благосостояние нашего народа. И это самое главное. В области ведется целенаправленная работа по модернизации производства, внедрению новых технологий, современных машин и механизмов. Динамично развивается промышленность, строительство и сельское хозяйство. Объем валового регионального продукта за 10 месяцев этого года составил порядка 13 миллиардов рублей. Высокий темп роста достигнут за счет наращивания производства холдинга «БелАЗ». Комбайны и тракторы, грузовики и самосвалы – это по-прежнему главные проводники экономической дипломатии и наряду с калийными удобрениями – основной экспортный товар области. Мы сохраняем практически по всем показателям динамику роста в пределах 150%. Притом это сделано к прошлогодней базе, когда мы достигли роста 185%. Ведущее место в области принадлежит химическому производству, которое занимает более 20% областного объема. Одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений является «Беларусь-Калий». А в этом году общество начало строительство первого в республике завода по производству нитрата калия. Это совместный проект с китайской компанией «Мигао». Уже сейчас в нашей выручке калийное удобрение составляет 86%. Также мы производим и продаем технические соли, пищевую соль. С 2011 и 2013 годов производим и продаем НПК-удобрения, которые пользуются широким спросом, в том числе и Европы. Порядка 90% мы экспортируем наших НПК-удобрений. С 2015 года работает химический завод. Продукция этого завода вообще является импортозамещающей для Республики Беларусь. Беларусь и Китай вместе реализуют сразу несколько инвестиционных проектов. «Жемчужина шелкового пути», «Парк Великий Камень» в представлении не нуждается, как и завод «Белджи». Партнеры из Поднеместной на площадке под Борисовом уже несколько лет. В ноябре 2017 года «Белджи» запустил конвейер полного цикла – сварка, окраска и мелкоузловая сборка – все внутри страны. Это событие стало знаковым для области и всего белорусского автопрома. Трикотаж, кожаные и швейные изделия, обувь. Большой вклад в развитие отрасли легкой промышленности вносят предприятия области. Например, «Жодзинский Світанак» более 40 лет на рынке трикотажной одежды. Ежемесячно предприятие производит более 1 миллиона единиц, третья часть идет на экспорт. В рейтинге потребительских предпочтений населения – «Марк Формель», «Матиоли», «Купаленко» и «Калинка». В пищевой промышленности темп роста составил 104,5%, что обусловлено увеличением производства мяса, молока, хлеба, сахара. Продукт экспортируется в несколько стран мира. Стратегическое направление – Китай, где белорусская продукция находит все больше потребителей. Завод занимает 4-й год в подряд первое место среди 84 заводов Таможенного союза. Выращено мясо крупнорогатого скота, свинины и птицы – почти 370 тысяч тонн. Молока надоено – 1 миллион 337 тонн. Произведено яиц птицы всех видов – 730 миллионов штук. Минский регион – традиционный хлебный лидер, призер молочных соревнований, новатор в реализации смелых агротехнических идей. В этом году каравай центрального региона завесил 1 миллион 320 тонн. Кроме того, намолот зерна кукурузы составил почти 374 тысячи тонн. В этом году неблагоприятные погодные условия значительно повлияли на урожайность зерновых культур. И нам не удалось достичь прошлогодних результатов. Но несмотря на это, Минская область по-прежнему удерживает статус
основной житницы страны и надежного поставщика продовольствия для жителей столицы и других регионов. Лидеров по намолоту, механизаторов, комбайнеров и водителей за добросовестный труд награждали прямо в поле. В стороне не остались и профсоюзы. На территории Минской области активно ведут работу общественные объединения и политические партии. Основная их роль – консолидация общества вокруг идеи сильного и независимого государства. У нас выстроены очень четкие взаимоотношения с нашим социальным партнером, то бишь областным исполнительным комитетом, где мы тесно работаем. Народные идеи «Жаночая рука» объединяют на добрые справы жаночие организации, которые действуют в регионах. Наша работа – повышение качества работы идеологической вертикали по отношению к людям. Сегодня уже невозможно просто брать какие-то шаблоны и применять в той или иной ситуации. Только индивидуальный подход, только с учетом позиции каждого региона, организации, каждого человека, коллектива, можно добиться какого-то результата. Сегодня очень важный момент – это повышение качества идеологической работы. Уйти от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней, и только тогда может быть результат. Личные приемы граждан руководителей районов области, помощников президента, юристов Федерации профсоюзов. Если уж возникают какие-либо вопросы, власти стараются решать их на местах. Статистика говорит, что количество обращений идет на спад. Это свидетельствует о том, что тот тон, который задал глава государства, дает свои результаты. По выезду я информирую главу администрации и президента. Поэтому глава государства сегодня владеет по каждому территориальному нашему району, по каждому населенному пункту, какая у нас складывается ситуация. Конечно, мы чего-то достигаем, хочется еще лучше, и этот процесс, он, можно сказать, бесконечный. Поэтому вот в такой работе, наверное, надо просто не останавливаться. Согласие и стабильность в обществе, в экономике и то, чем живет страна сегодня. За годы независимости сделано очень многое, так что каждый уголок Синеокой может гордиться своей малой родиной, а каждый белорус – тем, что живет в мирном, суверенном государстве. Мы те, на кого возложена роль стабилизации, справедливости, независимости за сильную и процветающую Беларусь.